всем привет. У нас выходит запоздалая очередная 10-я часть нашего мини-сериала про тюнинг российских автомобилей «Из грязи в князи», часть 10. Назовем ее «Отстройка». В общем, 2 недели я, значит, искал правильного отстройщика. Нашел его в Казани. Сейчас выезжаю в Казань, из Чебоксар. Рано утром. Вот. Ехать. Еду один. Естественно, автомобиль у вас 20-15. Еду один, значит, предстоит около 2 часов дороги. Быстро нам не получается ездить по трассе, потому что коробка короткая, то есть вот как сейчас едем, в принципе, это максимум должен быть. Да, это уже 5-я. Так что где-то средняя скорость 100 км в час, 120. Но это в режиме как бы... Вот сейчас мы 3000 оборотов, скорость где-то, наверное, ну... 120 км в час. Вообще, для чего нужна отстройка? Сейчас я приеду в Казань, ко мне сидит чувак с ноутбуком, подключится как бы свое оборудование, напишет программу впрыски топлива индивидуально для моего двигателя, то есть на все тюнячие примочки, которые там есть, он отпишет полностью, да, на каких оборотах сколько должно топлива вливаться, и, естественно, значит, зальет потом мне в мой мозг, то есть в январь. Вот, и у нас получится индивидуальная онлайн-отшивка. Вот, вообще, по теории, смыслом сток или полустоковую машину там, да, где у вас, например, дроссель выпуск прошивать особо нет. Есть базовые прошивки, которые можно залить из интернета. А если у вас там уже валы другие, да, то есть у вас там может быть изменен низ, у вас выпуск другой, там, у вас стоит, может быть, на ресивер, да, тогда уже стоит. Я считаю, что индивидуальная отстройка должна для каждого важна быть. Такого доработанного. Вот то, что езжу на 12, не испытываю никакого дискомфорта, только из-за короткой, а так у нас классное управление, у нас хорошие тормоза, особо я учусь, буду, мне кажется, дороги, надеюсь, хорошо доедем без приключений. Вот. Итак, прошло 2 часа, мы в Казани. Максимальная скорость, наверное, по трассе превышала 120 км в час. То есть не особо мы как-то ехали быстро. То есть мы с вами уже ездили в машине. Вот. Так что сейчас едем настраиваться. Все, переделываем заново. Поедем? Поехали. Куда? На Стафарный. Thank you.
лучше пристегнуться, наверное, да? Конечно. Сейчас куда едем? Сейчас едем прямо, потом налево. Налево, гора будет, перед горой скакаем. Третья скорость, полный газ. Четырка сзади, четырка. Что, как едет? Не пойму ничего. Вот
в одном месте какой-то это есть, непонятно. Затык, вот когда он начинает богатеть на шесте. Так, сейчас остановимся, кто-то идет, мы пойдем. Сейчас первая передача. Я понял тебя. Самое главное передать в полном на ладно? Ты самое главное говори, если все нейтраль. Понял. Все понял, я вот так вот показ нейтраль. Первую можешь выкрутить, до скольки можешь, потом вторую выкручу. Давай. Пол педаль. Пол. Прям до упора. Крути. Можно же поставить мне отсечку, чтобы она переключалась, чтобы смысла дальше нет крутить, например. Там... А вот ты первую передачу начнешь выкручивать, у тебя в букс попадет и в отсечку упадет. А, ну да, в принципе. И будет обидно как. Да. Поэтому нет смысла что-то делать ниже, потому что не первый раз. Самому это... просто поставить ориентир, да? Да, потому что не первый раз с этой ерундой сталкиваемся. До конца хочешь ехать? Ехать? Да. Бля, в разы лучше поехало. Пол.
никого нет. Что, как ехать? Сейчас? Да. Поехали.
оставляем. Теперь подтыкаем какую-нибудь четвертую или пятую передачу, как ты обычно ешь по трассе. Образно 100-150, вот так. Итак, мы отстроились, еду обратно, прошло 6 часов. То есть мы полностью перебрали машину, то есть что касается впуска, рампы топливной, поставили форсунки от Волги, отрегулировали программу. То есть машина сейчас у нас едет на порядок лучше, вот, все круто. Только вот по трассе мы можем ехать вот с такой скоростью только, да, и это вот, ну, комфортно. Потом просто жрать будет 3,5. Сейчас расход упал там с 15 до 8 по трассе. Раньше жрало очень много, сейчас очень машина экономна. Так что в Казани машины шить умеют. Направляемся в город Чебоксары.